за 20 дней, которые я поставил себе ограничением, и телефон тоже не мой, его нужно вернуть, и листья сейчас все упадут, ну и настроение пропадет. Я столько материала наснимал, что, скорее всего, вы даже не досмотрите это все до конца. Но, учитывая массу удовольствия, которую при этом я получил, кое-что узнал новое для себя о жизни, о фотографии. Особенно о фотографии. Так что, я не в накладе. И так у меня было что-то в районе 20 дней для того, чтобы показать мой город. Так, как я вижу его своими глазами. Так, как будто я взял вас на прогулку с собой. Как заставить людей остановиться и оценить вот эту всю красоту вокруг, замедлить скорость своего передвижения и увидеть, что сейчас, буквально через какие-нибудь 10-15 минут, солнце уйдет. Люди, которые идут по улицам на игру, уйдут на стадион. И это утро, это мгновение, возможно, уже никогда не повторится. А вот тут рядом раньше была библиотечка, а теперь сделали кормушку для бомжей США. Видите? Теперь тут любая жратва, короче. Вот. Раньше были книги, а теперь вот, а вот и бомжи. Привет. Иной раз можно лазить целый день по этим чертовым кустам и ничего не найти. Но все равно это, как сказать, упражнение. В Кливленде золотые дни, это весной дней 20, когда все цветет, и осенью дней 20, когда листья еще не умерли, а меняют цвета и почти не упали.
Мне 50 лет, и это хорошо видно на хорошей камере. Трудно скрыть. И что я вам могу сказать по этому поводу? По этому поводу я вам могу сказать, что жизнь пролетела так же быстро, как золотой час утром и вечером пролетает. Как эти 20 золотых дней осенью в Кливленде и весной в Кливленде, когда все цветет, пролетают. Остаются одни фотки. Я еще понял о жизни к 50 годам. Я заметил за собой такую идиотскую привычку. Я все время куда-то иду, иду очень быстро, глядя себе под ноги, не обращая ни на что внимания абсолютно. Быстрее прибыть в конечную точку маршрута. Вот моя задача. Понимаете? А разобраться-то, если сравнить дорогу с жизнью, конечная точка маршрута, она довольно мрачная. Получается, правильно? Куда ж я так лечу-то? Может, стоит чуть-чуть замедлиться и посмотреть вокруг? Поэтому и для этого фильма я выбрал для вас издевательскую манеру slow-mo, замедленной съемки. Теплая места на улицу ждут опечатка наших ног. Звездная пою на собаках. Знай, плечи ты плетни, дождь и во время урок. Солнечный день, ослепительных знак. Понимаете, днем прекрасное солнце, классно гулять, но снимать уже крайне тяжело, потому что свет жесткий, жесткая тень, цвета теряют свою красоту. Поэтому снимать надо утром, рассвет и закат, так называемый golden hour, золотой час. Вот сейчас не золотой час, и вы видите это, как неестественно все выжжено. We'll be right back.
когда идешь по городу, здесь в США, так как у всех машины, улицы обычно пусты. Люди или в машинах едут, или на работе, или дома. На улице можно встретить только бомжей. Поэтому они, конечно, играют главную роль в моем фильме. А я было к тебе сунулся, да чувствую, засада там. Я всегда чувствую. А почему я? Как что, так сразу косой, косой. Итак, пока последний листок не упадет с дерева, мы начинаем утро с того, что выходим в путь. В какой-то момент сама съемка потеряла всякий смысл, монтаж, лайки и количество просмотров, все потеряло смысл. Смысл появился только в самом факте охоты – найти бомжа и сфоткать бомжа. Мы с моей супругой усыновили бомжа. Усынови бомжа, если ты гражданин, окунайся в мир обоссанных мужчин. Усынови. Thank you.
один человек мне написал, что бомж похож на русского. Я думаю, у этого человека просто не хватает словарного запаса для выражения того, что он думает. Бомж не похож на русского. Бомж похож на кого-то близкого для этого человека, родного. И развивая эту мысль, я вам вот что скажу. Когда я заглядываю в глаза бомжам, я вижу самого себя. Изящнейшая мебелишка для бомжей США. Верно, я слишком влюблен. Я снова начал слушать Земфиру. Ставь твои фото в альбом. Кайф тебя тысячи раз. Слишком влюблен. Ты в каждой моей мысли, ты вирус. Я снова буду ждать тебя дома в бессмысленном поиске глаз. Зачем ты врешь? Зачем ты жжешь мои... Ходить. Надо ходить так долго. Потому что стоит взять с собой кого-то или хотя бы даже камеру. Все вот это чудо, вот это волшебство, оно начинает прятаться. Поэтому ходить нужно так долго и смотреть так внимательно. И ходить надо медленно, кстати. И вот вы ходите, 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 ходите. Ходите, 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 ходите до тех пор, пока у вас не складывается, начинает ощущение, что колени сейчас выкрутятся и останутся в таком положении во все стороны. Тогда вы понимаете, что, пожалуй, на сегодня хватит. И начинайте идти домой. Нехилая мебелишка для нужд бомжей США. Убивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. Машина у вас страшная. Такого какая-то. Не мы такие. Жизнь такая.
вот у дома каких-то хиппи я обнаружил лежанку бомжа. Причем бомж находится под защитой камер. Вот здесь он спит, я вам точно говорю, гарантированно. Однако сейчас, конечно, день, его нету. Надо сюда припереться рано утром, и мы узнаем, кто этот бомж. И может даже удастся взять у него интервью. В городе проводится эксперимент. Всем собакам бантики привяжет мент. Громко говорители, громко говорят. Преисполнен гордости наш ад. На каждого человека-паука всегда найдется свой человек-сапог. Гитару настрою на лирический лад и знакомая тропинка. Владимир Турчинский, Беспалый Ельцин, Роман Трахтенберг и Татьяна Пельцер, Егор Гайдар и Семен Фарада, советский клоун Эдуард Середа, МС Купорос, Пимпси, Виктор Цой, Юра Хой, Антипапа, Бонифаций, Седьмой, Раиса Максимовна, Горбачева, 12 замученных кошек Куклачева, Фредди Меркури и зараженный им Изи, Наториус, Вики, Бипан и Удиви, Муслим Магомаев и я. Работая по бомжам, я заметил интересную вещь. Город особенно не парится, чтобы их куда-то поселить, но их заставляют убирать в последнее время вокруг палаток, дают им мусорки и время от времени новые палатки. Это потрясающе. Сейчас покажу.
путь. Сколько мне еще дней осталось? Уже заморозки, прошли дожди, был ветер. Листьев остается все меньше и меньше. Один из первых клипов своих. Палатка, внутри палатки бомжа США называется. И вот теперь его проапгрейдили. Проапгрейдили, и он еще парочку вон себе завел, видите? Вот так. Белые зайки у всех лясы, смог и птушек волосы. И буслы у гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша нянты закрыты. Стою поражаться пугающей символикой на школах, зданиях общественных и государственных в США. Если одеваться как джентльмен, то это в воскресенье, когда лучшая охота. А если в рабочий день приходить, надо одеваться в желтой одежде, пол даунтауна в желтой одежде. Стоянка покинута бомжами, погода испортилась. Это было летнее стойбище бомжей.
Видите, какой классный термос для супа. Все. Уютный лагерь бомжей США. Видите их? Я туда не пойду, там тоху еще. Жизнь коротка, искусство вечно. Tell us what you think, because you have an enormous experience. This is definitely better than vodka or snot. A lot of time has passed, but we are young enough. We are a little tired, a little underlocked. The springs so colorful, so blissful, can't you see? And there is a small creek under a willow tree. A small creek runs, a small creek flows. My life is lonely, so is yours. A small creek runs, a small creek flows. My life is lonely, so is yours.